Ребята, каждый из вас герой. Просто знайте это и верьте. Героизм – это ежедневный, кропотливый труд. Это честное исполнение своих обязанностей. Это хорошая учеба в школе. Это получение и закрепление тех навыков, которыми вы пытаетесь овладеть каждый день. И, безусловно, каждому из вас выпадет шанс их применить и стать по-настоящему героем. Над сохранением памяти о героях, которые родились в городе-курорте или совершили подвиг на Анапской земле, сегодня трудятся краеведы, а также участники местного отделения военно-исторического общества. В минувшем году организация выиграла грант с проектом «Дорогами Победы». Минувшим летом на специальных экскурсиях по памятным местам побывали более 3000 студентов, школьников, жителей и гостей города-курорта.